Осень идет. Встречай ее в новых образах. Заходи на Озон за яркими преображениями. Прислушайся к себе. Какой ты хочешь быть, и смело иди за собой. Выбирай свои тренды на осень. Новый стильный сезон ждет тебя на Озон. Чуть нервничаю, давно видео не снимала. Всем привет, с вами Дошик из Как Доллар. И добро пожаловать в ролик, на котором я потратила 200 тысяч на Озоне. Я искала и то, что будет и вам интересно посмотреть, распаковать, и товары, которые пригодятся еще и мне. Поэтому надеюсь, вам это видео понравится. Заваривайте чаечек, берите вкусняшечки. Приятного вам просмотра. Начну я с того, что мне капец как необходимо. Это кроссовочки от бренда Under Armour. Этот бренд очень-очень любит моя директор Аня, приветик. Это ее любимые кроссовки. У нее там кучу разных оттенков, разных цветов. И это так красиво все выглядит. И я вдохновилась невероятно этим. И решила тоже себе заказать кроссовочки от Under Armour. А те, кто подписаны на мой телеграм-канал, уже в курсе, что я занимаюсь вообще-то спортом. Я теперь... Нифига себе, какая вумен. Я теперь занимаюсь, качаю. Значит, слежу за фигурой и за питанием. Поэтому кроссовочки в зал никогда не будут лишние. А вот какие я заказала, сейчас я вам покажу. Ну это вообще, боже мой, господи. Ракета-бомба-петарда. Какие же они красивые, это просто. Выглядят очень дорого, новенькие такие, красивенькие. Мне главное было купить розовые кроссовки под розовый мой спортивный костюм. Я же схожу с ума по розовому цвету, я занимаюсь в зале. Bluetooth? Какой Bluetooth? Это кроссовки с блютусом. Алло? А зачем мне блютус на кроссовках? Типа смотреть количество шагов? У меня тут какой-то датчик, за мной следить будут? Короче, внешний вид 10 розовых кроссовок из 10. Еще и с блюпупом. Вообще интересно. Сейчас мы посмотрим, сколько они стоили. 67 тысяч? Сейчас я кондёр включу себе. 67 тысяч стоят эти кроссовочки. За такие бабки, мне кажется, они сами за меня ходить должны в зал, сами за меня бегать должны. Если они мне еще и маленькие, потому что я 39-й заказала, я вообще сейчас умру. Короче, кроссовочки замечательные, они еще и светодиодные, отражаются очень красиво. В целом удобные, но чуть-чуть буквально на большом пальчике маловаты. А так, в целом, слушайте, очень хорошо сидят на ножке. При ходьбе мне очень нравится, как они выглядят. Ну вообще, невероятные. Мне очень нравится. Я думаю, что кроссовочкам я поставлю заслуженные 9 из 10. Потому что, во-первых, дизайн очень красивый, мне нравится. Во-вторых, они удобно сидят на ноге, несмотря даже на то, что у меня чуть-чуть давит на большой палец, все равно они достаточно удобные. В-третьих, у них какой-то блюпуп теперь есть. Я не знаю, как этот блюпуп работает, я потом его протестирую, вам скажу в своем телеграм-канале. Вот эти три фактора, конечно, замечательно, но то, что они стоят 67 тысяч... Все понятно с этими кроссовками, давайте следующие распаковывать. Вот такой какой-то черный ящик у нас в студии. Что, где, когда сейчас начнется? Что в черном ящике? Девочки, я поднялась. Ножницы-то теперь, смотрите, какие. Гламур, золото. Так, что это тут у нас? Какой-то камень нарисован, карбон, метеорит. Что происходит? Угольная нейтрализация токсинов. Тут что, не взорвет? Hair treatment, что-то там кап. Так кап это шапка. Я нашла на Озоне шапочку, еще и розовую, которая разогревается. Делает так, чтобы у тебя была замечательная маска, которая впиталась хорошо в волосы. Короче, это вообще бомбовая штука. Короче, я ее видела в салоне и решила тоже такую купить. Ну вообще, ну мне нравится, слушайте. Материал приятный, внутри она черненькая такая. Можно отстегнуть, если ты вот эту штуку заморал, еще и в стиралку закинуть. Ой, какая штука классная. Девки, бегите. Я сейчас такие себе волосы сделаю. Вы сейчас вообще попадаете все. Я уже тестирую эту чайтан-машинку. Она такая тепленькая, короче. Под шапочкой моя любимая маска. Я прочитала, что она автоматически нагревается до определенной температуры и становится прохладненькой. Я буду ее использовать. Я в розовом костюме, в розовой шапочке сижу. С розовым лимонадиком еще. Я еще почитала, что мне нужна специальная термомаска для волос. И таким образом эффект будет еще лучше. Вот так она выглядит, эта термошапочка. Слушайте, 160 отзывов, оценка 5 звезд. И стоит 13 тысяч, вот, обратите внимание. Вот даже в салоне используют эту шапку, видите? Я ей однозначно ставлю 10 из 10. Цена очень хорошая, ее используют в салонах. Отзывы очень хорошие. И выглядит она замечательно, и качество у нее замечательное. Поэтому
13 тысяч – это не такая высокая цена для такой замечательной шапочки. Давайте открывать следующую посылку. Я уже вижу, что тут. Это носочки. Вы же все у меня знаете, что я схожу с ума по уточкам. У меня все с утками. Я уже не могу. Я не знаю, как это вылечить. Ой, они еще и подарок положили. Етить твою налево. Они положили мне в подарочек вот этот брелочек. Посмотрите, какие смешные носки. Это Гуся. Вот такой Гуся смешной тоже. Вот такая Гуся. Качество хорошее, выполнено хорошо, нигде ниточки не торчат. Материал приятный, ножка дышит, ножка летает. Короче, вот такие носочечки. Стоят 2850. 857 отзывов, 5 звезд. Посмотрите, девочки. 100%, 10 из 10 я ставлю этим носочком. Что-то такое прям весомое. Давайте открывать. Да ладно! Вот такое постельное белье у меня есть с гусями. Я его тоже брала, кстати, на Озоне. Вот такие вот наволочки там очень смешные. Ну, короче, тут везде гуси. Оно черно-белое, подходит под мою квартиру, и гуси как раз на ней меня купили. Я увидела полотенца точно такие же с гусями. Вот такое полотенчико. Посмотрите, какое замечательное мне в ванну. Оно большое, кстати, здоровое. Я взяла целых 4 штуки, потому что у меня мало полотенец, и я захотела побольше себе. Кстати, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Близимся к 3 миллионам. Надеюсь, к выпуску этого видео у меня уже стукнуло 3 ляма. Если стукнуло, то спасибо вам огромное. Буду работать, стараться для вас дальше. Вот такие смешные полотенца с гусями, 4 штуки. У меня вот тут еще ковер с такими же гусями. Я вам сейчас покажу. Не надо меня считать сумасшедшей, ладно? Да, у меня не все в порядке, да, у меня какая-то одержимость присутствует, да? Ну извините меня, у меня ковер с гусями. Очень хорошее полотенце, 10 из 10 я ему ставлю. За то, что там гуси, ставлю еще и дополнительно 11 из 10. Что я тут заказала, я не помню. Давайте открывать. Звенит что-то. Для всех тех, кто подписан на мое ВК-сообщество, вы все уже видели, что я ходила, сама лепила кружку из глины. Я вылепила себе кружку с уткой, и она ко мне совсем скоро должна прийти. Это вообще, это просто. А, вы в курсе вообще, что мне выписали успокоительные? Потому что у меня, оказывается, повышенные все гормоны из-за того, что у меня две матки. Подписчики моего Ютуба, я не помню, рассказывала я вам или нет, но для тех, кто подписан на мой Телеграм-канал, уже в курсе, что у меня, оказывается, две матки. Новости. Это кружка, еще одна. Боже, как я люблю кружки. Чить-пяй, это мое призвание. Это кружка с подогревом, это подставочка с подогревом. Вы понимаете, что это? Тыкаешь на кнопочку? Кнопаешь на тыкочку. У тебя вот эта штука подогревается? Ой, зацепилась. Что-то мне успокоительные не особо помогают. Надо будет врачу сказать, чтобы дозировку повысил. Она такая хорошенькая. Она еще с вилочкой, с ложечкой идет. Нет, ложечка говнище. Вы посмотрите, из чего она сделана. Она настолько тонкая, что ее даже в кадре не видно. Извините, я на нее сахар наложу, она прогнется. Вы видите? Вот. Она с крышечкой, чтобы не остывало ничего. И можно даже не чай, а супчик какой-нибудь сюда залить. И вот так вот взять на подставочку, поставить, и она будет подогреваться, и ты пока сидишь за компьютером, делаешь свои дела или смотришь фильмец, у тебя все подогретое, горяченькое, и чай у тебя бесконечно теплый. Кружка ярко-желтая, а подставка оранжевая. Сфига ли, у меня подставка оранжевая. За качество я ставлю 8 из 10, потому что кружка нормальная, ложка и подставка какие-то вообще, ну, дешманские. А сам внешний вид прикольно, задумка прикольная. Если мне понравится вот такая штука с подогревом, я еще и возьму подороже себе какую-нибудь штуку, закажу на Озоне. Стоит 4 тысячи, но я поставлю 7 из 10, потому что действительно качество подставки, другой рисунок, вообще ожидания и реальность противоположные, но в целом неплохая штука. 7 из 10 заслуживает. Заслуженно, заслуженно. Вот это тоже очевидно, я думаю, что тут. Конечно же, это плед с гусями. Вы видите вот этот у меня плед? Он через все прошел. Он прожил палеозойскую эру, эпоху динозавров. Вот упал метеорит и остался только этот плед, вы понимаете? Я его хочу оставить как черновой. А вот этот будет у меня мой основной, мой любименький пледик. Он тоже серого цвета, подходит под мою квартиру, потому что у меня квартира серенькая. Короче, это тоже с гусями плед. Очень мягкий. Слушай,
эти крутые гуси. 5000 тенге за такой замечательный пледик вообще не жалко. Тем более 10 тысяч отзывов на него. 10 гусей из 10 ставлю этому пледику официально. Зацените, как красивенько выглядит пледик вообще. Ну такая красота. Пледик прям идеально вписался. И он такой мягенький, красивенький. Гусь обнимусь. Короче, вообще лайк жесткий. Ой, тут что-то пинк. Ой. Велюр, гламур, блонды и брюнетки. Это, короче, огромненький костюмчик я такой взяла. У Озона, кстати, есть отдельная вкладочка Озон Фэшн. Это для одежды, для вот этого всего. Я вот там вот этот костюмчик нашла. Осталось только примерить, посмотреть, как он на мне будет сидеть, и после этого ставить оценочку. Костюмчик просто бомба, девочки. Невероятно приятный к телу. На высокой посадочке он. Ткань не какая-то там дешевая, некрасивая. Лайк. Очень хороший костюм. Стоит 15 440. Слушайте, замечательно. Цена отличная, материал хороший. 168 отзывов. 4,8. 10 розовых Pink Juicy Vibes из 10. Я ставлю этому костюмчику. Беленькая какая-то скатерть непонятная. Давайте ее откроем. Я открыла маленький. Тут оказались шортики спортивные. Ну, прям очень прозрачные. Это спортивное такое красивенькое платьишко вот с вырезом. На модельке оно очень красиво, невероятно смотрелось. Заказала я, по-моему, размер S-очку. Это вот такой вот бренд Алло. Алло, да, слушаю. Это мои кроссовки по Bluetooth. Сейчас мне звонят. Мне он очень нравится. В Озончике очень много всяких таких товаров. И это такая теннисная форма. Слушайте, мне очень нравится фасон. Я прям такая какая-то стюардесса. Единственное, шорты, ну это просто какой-то трэш. Они очень маленькие мне, и они очень сильно просвечивают. Качество прям кайф, прям вайб. Стоит, кстати, нифига себе, извините меня, 13 тысяч тенге. От этого бренда очень много всяких таких костюмчиков, всяких таких платьишек. 7 отзывов, оценка 4,8. В целом хорошие. Я думаю, заслуженная 9 из 10. Почему 9? Потому что шортики по оттеночку не подходят к платью, они чуть бежевые. И шортики просвечивают очень сильно. Делайте ставки. Тут будет что-то с уткой или розового цвета. Или розового цвета с уткой. Прямо сейчас поставьте на паузу и напишите, а я подожду. Написал? Ну смотри мне, проверю потом, написал или нет. Что-то черное. Тапки утки! Я сейчас вообще... Ребята, мне надо лечиться. Это тапки утки. Они такие хорошенькие. Я сейчас вообще трусы сниму. Это что такое? Они мне как раз. 10 из 10. 1 000 000 из 10. 700 тысяч триллиардов из 10. Буду ходить дома, попивать чай в своей кружке с подогревом в Bluetooth-кроссовках. Ну, сегодня прям уточная распаковка какая-то. Что-то зеленое тут. Что там булькает-то? Ой, это опять Алло. Девочки, Алло. Это спортивный такой боди. Шортики такие, спортивный комбезик такой, обтягивающий, красивенький. Как говорится, алкоголь фу, сигареты фу. Парень, посмотри на мой новый комбез. Вы прикиньте, вот эта штучка, это не наклейка? Это прям сама ткань такая. Размер S-очка у меня. 14 тысяч? Вот так вот он красивенько смотрится на моделечке. Вообще, фигурка бомба. Комбинезон это просто пушкой. Как он подчеркивает фигуру, как он подчеркивает талию. Из какого он материала? Он невероятно приятный к телу. Такая прям расхитительница гробниц. Такая... Мне очень нравится этот комбез. Он невероятно крутой. Вот этот костюм, это жесткий плюс вайб. Ставлю лайк. Давайте откроем какую-то такую. Маленькая, мягенькая. Да, это опять с гусями. Не осуждайте меня. Сидите, смотрите и покупайте точно такие же себе полотенца с утками. И серенькое еще одно. Оно даже смущается чуть-чуть. У него тут румяшки есть, вы посмотрите. Ну как этих чудовищ не купить, вы посмотрите. 10 из 10. Однозначно 10 из 10. А вот такие у меня дела обстоят в ванной. Вот так вот я повесила вот этого челодого маловека. А вот второй на кухне. Ну вот так вот, короче, это все выглядит. Вот так вот на кухне и вот так вот в ванной. Ой, это штанишки такие вот нежные, шелковые. И вот такая вот рубашечка нежная.
синяя шелковая. Но я думала, она будет розовая, а не малиновая. Она прям малиновая. Мне буквально вчера подарили сумку вот эту. Вы видите, что это? Это дизель, о которой я очень давно мечтала. И вот этот костюм, вы посмотрите, как сочетается. Вы это видите вообще? Ладно, мне уже нравится его оттенок. Мне уже нравится, как он выглядит. Дай бог, чтобы он, когда я его надела, так же сидел хорошо, как он выглядит. Костюм шелковый. Слушайте, это имба. Приятный к телу, сидит хорошо. Важная деталь, чтобы его надеть на улицу, это, конечно, его надо погладить или отпарить. Ну, в общем, обязательно его нужно гладить. Такие тут штанцы у него. На высокой посадочке тоже он. На малиновом сегодня. Ставлю лайк. 10 из 10 однозначно. 18 тысяч стоит. 4,9, 3 тысячи отзывов. Ой, что-то серенькое, маленькое такое вообще. Это вроде называется чулпан. Это полотенце для головы, для сушки волос. Ты его надеваешь на голову, закрепляешь и ходишь вот так вот. У тебя вся лишняя влага от волос впитывается в полотенце. Ни разу им не пользовалась, всегда просто заматывала обычное полотенце, но сейчас мне нереально интересно попробовать, что же это такое. Я протестирую обязательно. Материал невероятно мягкий, такой же, как и полотенчики с гусями. Да, я их заказала 2. Они стоят 3000. Вот так вот они выглядят. Короче, 400 отзывов, оценка 4,9, а моя оценка 10 из 10. Замечательные полотенчики, мне очень нравятся. Вот такая какая-то маленькая штука. Ой, что-то очень яркое, что это такое? Да, это спортивный костюм. Короче, вот такой топик, вот такие вот шортики. Хороший костюмчик, цвет мне нравится, яркий, розовый, замечательный. Подойдет под кроссовки с блюпупом, вообще идеально. Короче, костюм, он очень сильно просвечивает, хотя на мне... бежевые труселя. Качество у него хорошенькое. Вроде выглядит хорошо. Но вот единственное, то, что он просвечивает, это, конечно, минус. 3000 всего лишь? 3000 за такой замечательный костюм? Я ставлю ему 10 из 10, даже 11 за шикарную цену. Посмотрите, как на модели выглядит замечательно. Ой, боже мой, первая маленькая посылочка. Такой. Это шапочка, чтобы делать как раз-таки масочки. Посмотрите, какие тут милые котики нарисованы. Но это прям очень мило. Это прям милота-милота. Внутри она сделана из такого материала. Снаружи она как будто тканевая, а внутри она такой из как будто пленочки состоит, чтобы ты ее надевала, соответственно. И у тебя термоэффект у тебя образовался, и ты в этой шапочке была такая. Вот такая шапочка замечательная. Стоит 2000. 151 отзыв. Оценка 4,9. Слушайте, я прям все с хорошими оценками стараюсь заказывать. Я прям молодец. Оставлю этой шапочке оценку 10 из 10. Что-то опять с гусями смешное. Давайте распакуем. Комплект наволочек. Ой, какие здоровые. Я не такие хотела здоровые. Это что такое? Это на какие подушки мне? Я в это сама могу залезть и гулять по городу. Это что? Я хотела вот такие вообще-то. Стоит 1800. Значит, 4,9. 2400 отзывов. Оценка 4,9 звезд. Я что-то вообще удивлена этой распаковке. Я столько всего розового, столько всего с гусями я давно, конечно, не видела. Обязательно все протестирую. Спасибо всем огромное за просмотр этого ролика. Надеюсь, вам понравилась моя распаковка на 200 тысяч сезон. Если вам понравился этот ролик, обязательно кликайте на кнопочку подписаться, на кнопочку лайка. Ну, а я вас всех целую, обнимаю. Спасибо вам большое, что вы со мной, что вы меня смотрите. И обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы распаковку сезона на 300 тысяч. Я вас люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока. А, и по традиции, subscribe to my channel, Пелиси. Не забудь поставить лайк.